Август, баклажанная пора. Если вы любите синенькие, вы меня поймете. Баклажанов много просто не бывает. А для тех, кто без мяса скучает, рекомендую ароматное и сочное рагу. Отличное блюдо. Это очень вкусное, ароматное и сытное блюдо. Свинину можно заменить курицей или говядиной. Только в случае с говядиной, блюдо придется готовить чуть дольше. Для начала мясо нужно потушить до готовности и только тогда добавлять к овощам. Свинину нарежьте средними кубиками и обжарьте с луком до золотистой корочки. Добавьте баклажаны, нарезанные кубиками такого же размера, как и мясо. Обжарьте до легкой корочки. Добавьте перец и убавьте нагрев. Жарьте минуты 3-4. Выложите нарезанные крупными кубиками помидоры и шинкованные сельдерей. Добавьте рубленный крупный чеснок, посолите и поперчите. Тушите блюдо минут 15-20 на медленном огне, помешивая изредка, чтобы рагу не превратилось в кашу. Подавайте сразу же, посыпав зеленью и сопроводив мягким хлебом. Приятного аппетита!